Сегодня 8 января, понедельник. Мы возвращаемся к нашим традиционным понедельникам. Я хочу всех поздравить с прошедшим Новым годом, с прошедшим Рождеством. И я думаю, что все уже в строю и все готовы работать, двигаться вперед. На прошлой конференции я рассказывал основные стратегические направления и задачи, по которым мы будем работать в 2018 году, и они у нас, в общем-то, не поменялись, я просто их уточнял. Сегодня мы поговорим о тех новых сервисах, которые появляются в нашем мессенджере, ну и у меня для вас очень интересный рассказ о том, что такое, как правильно, вернее, делать все вовремя. Не раньше, не позже, а вовремя. К чему это приводит? Еще раз, как меня слышно, поставьте, пожалуйста, доллары. Как-то не увидел. Спасибо модератору. Спасибо большое. Итак, значит, начинаю традиционно с Gym4Me на этой неделе у нас. На Android-версии рекламные блоки. Это то, что после звонка появляется. Исправление функциональных багов при звонках, те, которые ребята выловили, и сейчас они их исправят, будет еще лучше. Переход на новый финансовый плагин, очень важный момент. Я не буду анонсировать, на какое именно платежное средство мы будем, вернее, платежную институцию или банк мы будем использовать, как, ну, чтобы не сглазить. Боюсь ничего сглазить, но раньше времени не хочу. Это говорит, мы готовимся технически к запуску нового финансового плагина. Я думаю, что вас очень приятно удивит, на каком уровне это будет работать. Мы с вами говорили о том, что нам необходим worldwide оператор, то есть работающий по всему миру, с продвинутыми финансовыми сервисами, с защищенностью. Мы по многим характеристикам мы проводили переговоры перед Новым годом, и эти переговоры дали вот результат после Нового года. Разрабатываем и интегрируем видеозвонки. Будем финансовый плагин без отдельного скачивания будет работать. Разрабатываем видеозвонки, ну и кнопки для ботов. Это тоже очень важно. Мы продолжаем развивать искусственный интеллект, потому что все сервисы внешние, которые будут работать внутри мессенджера, они будут строиться на основе ботов. Такова тенденция, и я думаю, что это очень важное направление. Мы вкладываем в него много усилий, ну и получаем большую отдачу. iOS-версии на этот раз очень много. То есть здесь план работ на 2 недели, потому что по iOS мы перешли на 2-недельное планирование. Это связано с реализацией новой технологии, связанной с разработкой именно по iOS. Значит, переход на новый финансовый плагин – то же самое. Обновление логики создания группового чата и его настроек.
обновление фоновых градиентов для пользователей групп без аватарок, реализация функционала оценки постов, лайки, дизлайки, реализация полной или частичной очистки кэша приложения, чтобы уменьшать его вес, функциональное принудительное обновление на актуальную версию. Ну, то есть, даже если человек забыл включить обновление или обновить версию, чтобы она автоматически обновилась. Подтягивание истории чата, ну и видео P2P звонки, то есть тоже продолжаем интеграцию. Очень важная вещь, связанная с развитием веб-версий. Мы к пятнице подключение звонков в веб-версию, мы все это ждем, P2P звонки и голосовые конференции. То есть мы переведем все наши, как только это будет реализовано, все наши служебные чаты, чаты техподдержки мы переведем в Jam4Me. То же самое, интеграция финансового плагина в веб-версию, ну и устранение функциональных багов. Вот план работ на эту неделю. То, что касается iOS, это 2 недели. Сегодня мне бы хотелось поподробнее рассказать о том новом сервисе, который мы в конце января, в начале февраля обязательно запустим. И он имеет такое важное идеологическое значение, потому что, как показала практика и наше общение с форекс-брокерами, народ с форексного рынка переходит к торговле криптовалютами. И мы запускаем продукт, который условно его обозначение Richland. Смысл этого продукта состоит в следующем. То есть люди смогут получать сигналы от лучших аналитиков по криптовалютам на покупку, продажу криптовалют. Это такая аналитика, которая, в принципе, понятна обычному человеку, то есть это не аналитика в стиле долгих, длинных лекций, это аналитика в стиле команд, то есть какие валюты сейчас лучше покупать, какие лучше продавать, я имею в виду криптовалюту. Мультиплатформенный бот будет работать по аналогии с Back for Cash, то есть он будет работать в Jam4Me, ну и еще в пару мессенджеров. Возможность в случае неудачного криптосигнала переждать момент, имея криптовалюту, то есть в отличие от Форекса, живой рынок, абсолютно живой, с гарантией того, что ваша сделка не внутри брокера, а на самой бирже. То есть это не кухня, это реальные торговые сигналы. Чтобы сэкономить время, вторым этапом разработки будет бот напрямую через API, связан с различными криптобиржами, с основными популярными, что позволит вам быстро покупать и продавать криптовалюту после получения сигнала. То есть абонентская плата будет невеликая для тех, кто занимается подобным бизнесом, то есть это до $250 в месяц. Плюс обязательно многоуровневая партнерская программа, выплаты, во-первых, оплата, возможно, в наших товарных токенах, в том числе выплата вознаграждения в криптовалюте, я имею в виду реферального. Ну и надо понимать, что все это ведет к тому, что мы предоставляем преференции для пользователей Jam4Me, то есть в мессенджере Jam4Me будут максимально выгодные условия. Ну и этот сервис, как любой финансовый сервис, работающий в мессенджере, будет приносить дивиденды инвесторам Jam4Me в зависимости от пакета акций, который у вас есть на руках. То есть что здесь важно понимать? Здесь важно понимать одну вещь, что для выхода на ICO, необходимо, чтобы были работающие сервисы, в которых можно эти товарные токены использовать. То есть нам нужно показать, что мы не просто как бы пустышка, да, мы выводим на ICO как минимум 50% работающих финансовых сервисов. А в этих сервисах те токены, которые будут предложены, в этих сервисах токены можно использовать по-настоящему. То есть это первое. И второе, для еще раз хочу обратить внимание, это относится к числу тех людей, которые являются владельцами акций мессенджера.
эти сервисы будут приносить доход всем акционерам. То, о чем мы с вами постоянно говорили. То есть наша задача по максимуму монетизировать мессенджер. То есть сделать так, чтобы он приносил деньги. Не просто его стоимость росла в зависимости от количества пользователей, хотя это тоже предполагается. Но мессенджер должен, и он начинает зарабатывать деньги. Кстати, он зарабатывает деньги, допустим, при работе всех финансовых сервисов, и с рекламой связано. Начинается это пусть с небольших цифр, но дальше, когда технология отработана, это вопрос масштабирования. То есть чем самое сложное, это вначале отработать технологию. Это очень классно, нам это очень нравится, и это не последний финансовый сервис, который мы запускаем внутри мессенджера. Еще раз вернусь к тому, что я сказал ранее, о том, что к моменту выхода на ICO у нас как минимум 50% заявленных сервисов будут работать, финансовых сервисов. Дальше. Мне бы хотелось вам рассказать одну интересную вещь. Вы знаете, ну, те люди, которые, кстати, увлекаются тату, то есть делают себе, набивают на коже различные рисунки, наверное, вы встречали, есть такое японское и китайское тату, когда карп превращается в дракона. То есть тело рыбы, голова дракона. Это имеет очень глубоко символичную вещь. Я не буду сейчас вдаваться глубоко в подробности, но на Востоке, допустим, функция времени, она трехмерна. То есть есть число, порядок, цикл. Так вот, в восточном понимании, в восточной философии любой карп, а карп считается мудрая, долгоживущая рыба, по-моему, официально... То есть 70 лет живет карп, и многие держат дома священных карпов, целые семьи кормят их, целое поколение. Так вот, в философии, в восточной философии, у каждого карпа есть возможность превратиться в волшебного дракона, который вообще бессмертен, он волшебный. То есть понятие дракона там полностью соизмеримо с богатством, с успехом, ну, со всем положительным в этой жизни. И часто задают такой вопрос, а как карпу превратиться в дракона? Есть очень простая вещь. То есть в определенный момент времени карпу нужно в определенной точке пространства выпрыгнуть. И он тогда сможет превратиться в дракона. То есть ни раньше, ни позже. И разные карпы выбирают разную стратегию. Одни карпы... Они просто отказываются от этой мысли и ведут себе обычную жизнь рыбы, которую тупо кормят и потом, возможно, съедают. У них нет особых каких-то переживаний, у них нет страданий, переживаний, у них нет стремления к чему-то. Они выбрали, ну, у них есть покой. У них самое главное есть покой. Они выбрали для себя такую модель поведения и, в общем-то, живут. Но есть карпы, которые прыгают постоянно, и они не превращаются в дракона. Это вторая модель поведения. Они прыгают, прыгают, и на них смотрят искосы. Ну, думают, ладно, пусть прыгают, они никому вреда не приносят, но смотрят как на не очень нормально. И есть третьи карпы, которые считаются максимально мудрые. Они в определенный момент и в определенной точке совершают прыжок и превращаются в дракон. То есть если перенести всю эту философию на наш бизнес, поставьте, пожалуйста, слайд следующий, то все достаточно просто. Потому что многие говорили, давайте быстрее проведем ICO, кто-то говорил, давайте это сделаем до Нового года, но мы должны быть такими хорошими карпами, умными. И сделать это нужно именно в тот момент, когда нужно. Этот момент постепенно он складывается, приближается, мы работаем в этом направлении. И крупнейшие ICO 2017 года, они собрали, условно говоря, от 900 миллионов долларов. Ну, то есть от 100 и до 900 миллионов долларов.
То есть они привлекали деньги в биткоинах, в разных криптовалютах. И наша основная задача состоит в следующем. Не только выбрать время, место, но и выбрать, ведь со всего жизнь не заканчивается, выбрать дальнейшую стратегию, правильную стратегию. Сделать так, чтобы ICO по максимуму привлекло людей к мессенджеру. Сделать так, чтобы в результате ICO мессенджер вышел на новый уровень с точки зрения продвижения, развития. И все люди, которые владеют акциями мессенджера, получили в конечном итоге от этого большие-большие деньги. Поэтому я нам с вами желаю в новом году, пусть он не по китайскому календарю, быть такими мудрыми карпами, которые в ближайшее время превратятся в драконов. Спасибо большое всем за внимание, всем удачи. Я передаю слово Наталье Борисовне Аршавской. До свидания. Ну что ж, я не буду вас сегодня надолго задерживать. Я сегодня не буду поздравлять по карьере традиционно. Мы перенесем на следующую неделю поздравления по карьере. Но, однако же, я хочу зачитать сегодня отзывы. И эти отзывы, они мне очень нравятся тем, что они пришли от совершенно новых партнеров, от тех людей, которые только что подключились к нашей команде, и наверняка еще не связывали с ней какие-то такие большие долгосрочные планы. И понятно, когда пишут отзывы те, кто давно в строю, давно уже наслаждается успехом и взаимодействием с нашим проектом команды. Но вот когда приходят новички, и с ними такое случается, как, например, вот событие, которое случилось с Артемом Мельником из города Заречный, это всегда очень трогает, потому что вот представьте себе, обычный парень выиграл 10-й айфон, которого еще в принципе вообще ни у кого нет, и понятно, что он пережил вот этот момент. Благодарю совет директоров GenFoMe за такой щедрый приз и за то, что проводите такие удивительные розыгрыши. Я заранее почувствовал, что победа будет за мной, и я получу самый лучший приз – iPhone 10. Ну, молодец какой, однако. Желаю нашему проекту достичь грандиозных высот, а нашему мессенджеру как можно быстрее добиться мирового признания. Ведь наш GenFoMe по-настоящему лучший в мире мессенджер, и у него большое будущее. Спасибо, Артём. Ну, поскольку ты молод, то я понимаю, что ты в тренде. Ты осознаешь на самом деле свой шанс. А вот мне пишут, что звук пропал. Наверное, подсказали уже, да, что надо перегрузиться. Итак, вот Максим Пешков, город Ангарск. Вот как раз он совсем молодой, совсем недавно пришел в бизнес. Не прошло и месяца, как я стал партнером проекта GenFoMe. И вдруг такой неожиданный подарок – iPhone 10. У нас с Москвой разница 5 часов во времени. И я не присутствовал на конференции. Я ночью получил сообщение от моего спонсора с этой сногсшибательной новостью. Он, наверное, подумал, что это новогодняя шутка. Поначалу, когда получил такое сообщение. Я честно, если честно, до сих пор нахожусь в легком шоке от такого подарка. Я никогда в жизни не выигрывал ничего, кроме бутылки минеральной воды. Огромное спасибо за такие возможности и подарки. Это очень вдохновляет и заставляет поверить в то, что чудеса действительно случаются. Ну вот я согласна с Максимом, потому что многие люди вообще даже не пытаются ни в какие лотереи играть и участвовать, и относятся к ним как-то так. Да, там все равно все поделят между своих, да у них там все подстроено. Но вот чтобы такие мысли не одолевали вас, мы всех абсолютно, кто выиграл призы, просим прислать отзыв и обязательно с живой фотографией, со своей фотографией. Ну, желательно, конечно, с призом, если получится уже его представить нам. Но хотя бы можно рассказать, какие чувства, эмоции вы пережили. Кстати, вот пример для старичков, которые все знают, все умеют, но сидят на попе в празднике и ничего не делают. Вот смотрите,
Когда мало народа участвует в лотерее, то есть в розыгрыше, шансы получить такие классные крупные призы, они гораздо вырастают, то есть они повышаются. Потому что людей, которые, номера партнеров, которые крутятся в барабане, их не так много. Ну, как правило, в праздники все отдыхают. И вот в этот момент нужно как раз и пытаться выиграть, поймать удачу за хвост. Наталья Махалаткова, город Вологда, Россия. Выигрыш iPad. Она написала нам тоже отзыв. И вот видите, какая прекрасная фотография. В руках с iPad. Выражаю огромную благодарность совету директоров нашей замечательной компании за такой шикарный подарок. Я еще не до конца осознала, что это произошло со мной. Что именно я выиграла приз новогодней лотереи. Это настоящее новогоднее чудо. Я хочу поблагодарить своих дорогих спонсоров. Надежду Лучину за то, что познакомила меня с проектом, с идеей, с компанией. Зою Самонову за то, что открыла во мне второе дыхание для дальнейшей работы. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю всем партнерам неиссякаемого источника вдохновения, энтузиазма, новых достижений и удачи в следующем розыгрыше лотереи. Здорово, правда? Знакомимся заодно с новыми лицами. А вот помните Антуфьевых? Мы даже там на прошлом розыгрыше гадали, что за семья такая волшебная, где все призы забирают 10-й айфон, iPad. Алексей Антуфьев прислал нам отзыв из города Холмогоры. В прошлой лотерее именно его номер выиграл iPad. В это чудо сложно поверить. Мы опять выиграли в новогодней лотерее. Говорят, что удача дважды не приходит в дом. Но к нам пришла. Моя жена в первом этапе лотереи выиграла iPhone 10. А мне улыбнулась удача и махнула вторым крылом. Во втором этапе новогодней лотереи я выиграл iPad. iPad, вернее. Нашей радости не было предела. Мы простые люди, работаем, трудимся, мечтаем и, конечно же, помогаем ближним, чем можем. И спасибо, что судьба отблагодарила нас. Спасибо компании за возможности и радость, которую приносит Gem4Me. Благодарим вас от имени всей нашей дружной семьи. Вот такой отзыв. Спасибо, Алексей. Спасибо, Галина. И спасибо всем, кто в эти новогодние праздники не сидел дома, а выходил к людям и делал подписания, покупал контракты. Ну, наверное, вы можете тем, кто сомневается, дать возможность почитать эти отзывы и понять, что вот колесо фортуны, оно начинает крутиться в вашу сторону именно тогда, когда все остальные спят. И Эдуард Витько все время позитивен, все время заряжает нас своей энергией, эмоциями и прекрасными отзывами, посланиями, которые он пишет для лидеров. И вот мы одно из таких посланий сегодня решили вам зачитать, потому что ну, очень часто спрашивают, ну чем отличается Gem4Me от всех остальных? Ну чем он лучше Viber, WhatsApp, WeChat? И вот Эдуард, он написал именно по этому поводу. Я признаю, что Viber, WhatsApp, WeChat – превосходные мессенджеры. А Ян Кум, Игорь Магазинник и Брайан Эктоном – классные ребята. Об истории успеха, которых пестрит интернет. Но я не нашел в интернете историй успеха обычных миллионов людей, которые продвигали их мессенджеры. Безусловно, создатели мессенджеров совершили революцию, прорыв в технологиях и изменили мир. Но я не слышал ни одной истории о том, что они изменили судьбы миллионов пользователей.
Даже если Джем Фуми еще пока мало известен, но я его люблю за то, что он уже творит чудеса, запускает волшебство, меняет жизни людей, многих людей. Мой близкий друг Оля пришла в проект Джем Фуми в трудный жизненный период. И здесь она приобрела мужа, заработала деньги на квартиру, уже, по-моему, на две. Купила машину, а недавно случилось горе, взорвался газ в доме, и люди остались без жилья. И в этот трудный момент рядом оказался Джем Фуми и помог им. Вы знаете, да, через благотворительный фонд мы с вами собираем средства и помогаем. И таких примеров много. Люди оказываются в тупике с низкой зарплатой, пенсией. Но Джем Фуми помогает встать на ноги, поднять самооценку, приобрести уверенность в себе и в завтрашнем дне. Тысячи таких примеров уже в нашем проекте. И таких историй про Джем Фуми бесконечность в интернете, в сети интернет. Вот за что я люблю наш мессенджер. Народный, человеческий, душевный, эмоциональный, сердечный, живой. С Рождеством, коллеги! Ну, вообще, с Новым годом, с годом собаки. От этого года золотой собаки мы с вами вообще ждем очень много. И, наверное, все наши мечты мы уже с вами умножили на 2, на 3, на 4, на 5 раз кто-то, на 10. И ждем от того, чтобы наши усилия, чтобы наши усилия, они нам в этот год золотой собаки принесли еще больше таких успехов, вот о которых сейчас говорил Эдуард Витько. И, конечно же, мы хотим, чтобы наши капиталы были монетизированы. Это здорово. И поэтому портфели акций увеличиваются. Есть у нас возможность с вами сейчас их увеличивать и, используя промоушены, делать это гораздо быстрее. Ну что ж, спасибо за прекрасные отзывы. Это последний отзыв. Есть еще видеоотзыв, по-моему, да? Поэтому я бы хотела на этом завершить. И если получится, то передать слово моему коллеге Александру Брониславовичу Кочановскому для того, чтобы он завершил нашу конференцию и провел еще один розыгрыш, которого все ждут в нашей потрясающей новогодней лотереи. Друзья, в моих руках сейчас iPhone 10. Шикарный гаджет. Я просто счастлива иметь такой подарок от компании. Это не первый мой iPhone. Я уже получала от компании за проделанную работу iPhone 6, но этот гаджет, он совершенно отличается от предыдущего. Я его получила, участвуя в новогодней лотерее компании Джем Фуми. И желаю всем получить такие шикарные подарки от нашей компании, участвуя в лотерее. Просто действуйте, делайте товарооборот и получайте в розыгрыше вот такие классные призы. Я желаю всем подарков. Все сбудется. Итак, значит, мы сейчас сразу же перейдем, вот продолжим нашу тему замечательную нашей лотереи и подарков, которые приходят совершенно неожиданно, приходят к тем партнерам, которых мы знаем уже много лет, приходят к тем партнерам, о которых мы впервые узнаем именно потому, что они выиграли замечательные гаджеты от нашей компании. Вот. Но перед тем, как перейти, хотел напомнить вам о том промоушене замечательном, который идет у нас сейчас и дает, во-первых, скидку 10% на все основные паки, во-вторых, дает на 50% большее количество акций. А вы видели, вот только что Валерий Николаевич рассказывал о новом сервисе. Я считаю, что это будет просто вот такой принципиально новый и принципиально нужный огромному количеству людей, вот тех, которые занимаются криптовалютами. А вы видели, что доходы от этого сервиса будут также распределяться среди владельцев акций пропорционально их пакету. Чем больше пакет, тем больше у вас дивиденды будут. Так вот, этот промоушен у нас продлен, напоминаю, до 15 числа. Это первое. Ну, а второе и главное, теперь мы переходим к нашей лотереи новогодней сюрпризы. И я хочу сказать, что мы, видя вот тот успех и то количество людей, которые вовлекаются в лотерею, причем совершенно новых часто партнеров, мы решили увеличить количество призов, причем сразу в полтора раза.
и продлить саму лотерею с тем, чтобы как можно больше партнеров получили призы и приняли участие, рассказали другим людям об этой уникальной возможности. И посмотрите, пожалуйста, видите, у нас по 15 гаджетов теперь, и, соответственно, вот сроки первые два розыгрыша прошли. Третий розыгрыш мы сейчас проведем, причем там шансы на победу очень большие, но шансы на победу в следующих розыгрышах, которые будут 15 января и потом 22 января, они значительно больше, потому что будет не по 2, а по 3 гаджета. Давайте, пожалуйста, посмотрим еще на следующем слайде, там, может быть, еще будет понятней, что у нас первые три розыгрыша идут по 2 гаджета, а в понедельник, 15 января, уже по 3 гаджета только среди тех людей, которые в эту неделю, то есть с 8 января сегодняшнего дня по воскресенье 14, купят паки или, естественно, их спонсоров. То же самое у нас будет на неделе вот с 15 января по 21 января. И 22 будет тоже розыгрыш и 3 гаджета, то есть в полтора раза шансы выше на выигрыш. Ну и 29 января, в понедельник, наша лотерея завершится финальным розыгрышем, где будут участвовать все партнеры, которые в этот период промоушены, 17 декабря, когда впервые пошли у нас участники участвовать в лотерее, по 28 января включительно, соответственно, будут разыграны еще по 3 вот таких вот гаджета, которые, я уверен, что каждый из вас хочет получить. И особенно, повторюсь, большой шанс имеют спонсоры, потому что покупка пака — это, скорее всего, вот одна, там один-два пака, а вот спонсировать продажу этих паков вы можете много, тем самым получая много билетов. Итак, друзья, желаю успеха. Давайте мы все вместе пожелаем успеха тем восьмерым партнерам, которые сейчас получат свои призы. Я попрошу Яну сейчас или Марину поставить нам наш барабан, специально созданный именно для этой лотереи. Вот он уже почти появляется. Вот он появился у нас. И как вы помните, Samsung Galaxy J7 это вот тот гаджет, который мы разыгрываем первыми, который мы разыгрываем среди партнеров, которые либо сами купили пак БИС, либо спонсировали продажу паков БИС. Итак, начинаем. Запускаем, выбираем Samsung и нажимаем на первый розыгрыш и с замиранием смотрим номера билетиков. Наверняка многие знают. Итак, розыгрыш пошел. Вот пока не идет. Почему-то кнопочка «Узнать, кто выиграл» не нажимается. Вот, все. Ура! Поздравляем! Мы сейчас Алексея Зимина из Уссурийска, спонсор Нелли 7, с выигрышем Samsung Galaxy J7. Итак, поздравляем Алексея, переходим ко второму розыгрышу. Еще раз мы разыгрываем Samsung такой же гаджет. И прошу нажать еще раз на эту волшебную кнопочку, которая определит победителя. Надежда кричит «Ура!», видимо, это ее партнер. Так, что-то вот не получается у нас запустить следующие 7 человек. Я надеюсь, что справятся наши модераторы с открытием этого веб-ресурса.
Сейчас я их уточню. Это самое интересное, что мы все проверяем перед каждым розыгрышем, мы обязательно проводим репетиции, смотрим, как работает, но, видимо, что-то вот нам сегодня не позволяет это сделать быстро. Пропала кнопочка для нажатия на розыгрыш. Сейчас мы еще раз попробуем зарядить этот ресурс. Да, Надежда пишет, мы терпеливы, но у нее уже не первый розыгрыш в ее команде. Светлана пишет, что Дед Мороз отвлекся. Очень классная, классная мысль. Но мы верим, что он сейчас снова войдет со своими подарками. 7 гаджетов осталось нам. О, так, 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 и так появилось. Так, давайте, пожалуйста, выберем снова Samsung Galaxy 7 и узнаем, кто у нас второй победитель. Так, 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 это, видимо, выскочил Skype, и нажмем на победителя. Опс. Упс. Вы видите, что почему-то не нажимаю. О, началось. Все, ребят, все, друзья, продолжаем. Итак, билетик начинается на 195. И вот полностью цифры все у нас прокатились, выкатился. Итак, Катарина Баумтрок, Джомани, Германия, город Линден-Эмс, спонсор Ягуарша 789 от всей души. Я поздравляю Катарину Баумторг с этим замечательным подарком. Очень приятно, что в разные страны летят наши подарки. Замечательно, друзья. Мы провели розыгрыш первых двух гаджетов. Теперь переходим к iPad'ам или к iPad'ам, как я люблю их называть. Давайте посмотрим на то, кто у нас выиграл iPad. Итак, первый розыгрыш. Не сразу, но он все равно нажался. Итак, билет начинается с цифры 0. Кстати, девятки тоже есть, все цифры есть. Цифры 0, вот розыгрыш, последняя цифра. Последняя цифра 2. Имя партнера, смотрите, что у нас происходит. Имя партнера Ульрике Менгер из Германии, спонсор «Новосвет». Поздравляем, второй приз уже подряд уходит в Германию. Вот, это очень и очень здорово, что наши немецкие партнеры, я думаю, что после этого они сильно-сильно оживятся. Уже 2 Samsung, третий приз. Здорово, замечательно. Так, итак, еще раз нажимаем на второй iPad и узнаем, кто его выиграл. Слава богу, наша лотерея раскрутилась.
Билетик начинается с циферки 6, 665, 31, 61, 62. Итак, Любовь Лукина, Казахстан. Смотри, какая замечательная география. Спонсор Лигер 25, знакомое имя, я думаю, что знаете такого партнера. Спонсор Лидер 25, Казахстан. Итак, уже третья страна, куда улетает наш розыгрыш. И мы разыграли ровно половину призов. Осталась вторая половина. Напомню, что после розыгрыша вы обязательно увидите через какое-то время у нас на блоге, значит, кто победители. А мы приступаем к тем гаджетам, которые очень многие хотели бы иметь. Это айфоны. Итак, iPhone 8. Семья Баумтронг. Да, это все правильно. Samsung. iPhone 8. И разыгрываем первый из наших айфонов. Самых свежих гаджетов последних. Итак, лотерейный билет начинается с цифры 4. Вот розыгрыш завершился. Снова Россия. Любовь Попкова. Спонсор Триллионерша. Поздравляем Любовь Попкову. К сожалению, вот обращаю ваше внимание, друзья, не все вы указываете свой город. В этом случае, видите, он не появляется, к сожалению. И поэтому я просто всех призываю залезть к себе в регистрационные данные, разместить свою фотографию, разместить свой город, чтобы мы обязательно знали, в какой город улетает приз. Итак, второй iPhone 8. А мы сейчас узнаем, кто стал его обладателем. Три раза семья Баумтронг выиграла. Итак, iPhone 8, второй. Барабан крутится. Первая цифра 7. 740. 04. 96. 447. Снова Россия. Татьяна Ягнаева. Город Усть-Ордынск. Туда много призов. У нас приходит в Сибирь. Уходит призов. Спонсор GVM. Поздравляем Татьяну. Поздравляем ее спонсора. Поздравляем всю дружную команду. Здорово. 6 призов мы разыграли. Друзья, хлопаем дружно в ладоши. И сейчас мы перейдем к розыгрышу самых, наверное, желанных призов, для которых даются покупателям паков Invest и, естественно, их спонсорам. Первый пошел. Нажимаем. Нажимаем. Сегодня не очень легко нажимается. Но нажался. С цифры 1 начинается лотерейный билетик, но они в любом порядке могут быть. Начинается билетик, и вот он уже завершился. Снова читаем Ильхам Галангарова, Российская Федерация, спонсор Нусик 222. Тоже, к сожалению, Ильхам не указал свой город. Вот. Было бы, конечно, приятно знать, в какой город уходит. Ильхам, поздравляем. Я вот тоже это кто-то, видимо, из наших новичков. Итак, завершающий розыгрыш iPhone 10. Нажимаем кнопку, напрягаемся, сжимаем кулачки, держим пальчики так, чтобы они побелели. Снова на 7, на 8. На 8 начинается этот раз лотерейный билетик. Последние секунды розыгрыша. Последние секунды розыгрыша. О, смотрите, какая сегодня шикарная география. Марина Мноучкина, надеюсь, что я правильно называю фамилию, из Канады, из Торонто, со спонсором Белка 2016. Вот в Канаду улетает наш гаджет, который в Канаде также любим, как в других странах мира. iPhone 10, повторяюсь, Марина Мноучкина. Надеюсь, что не исковеркал фамилию. Все, друзья. Это супер, мы сегодня провели классный розыгрыш. Напоминаю, что в следующий понедельник розыгрыш, шансы будут намного выше, потому что будет уже по 3 гаджета разыгрываться. Желаю всем удачи, желаю всем счастливых паков, счастливых лотерейных билетов и до следующих встреч. Всем удачи! Смартфон регулярно обновлять. Море приложений окружает тебя.
джем, весь такой себя. Джем-бум, джем-бум, создаем шум. Вместе повторяем джем-бум, 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 джем-бум. Это наш дом, покоряет всем джем-бум. Вижу на манит, и я ставлю на загрузку, и вуаля, джем теперь качает меня. Джем-бум, джем-бум, создаем шум. Вместе повторяем джем-бум, 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 джем-бум. Это наш дом, покоряет всем джем-бум. Пригласи друзей и приглаши всем заценить мобильный жест.